Jane. Аллилуйя! Я Максим Максим. Возьмите вашу кружечку кофе. Это прямой эфир. Приветствую всех, кто присоединился ко мне в Дом Веры. Вместе мы славим Господа. Добро пожаловать в нашу интернет-общину. Все, кто смотрит нас через спутники, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей интернет-общине Дом Веры. Зайдите на наш сайт домверы.ру и вы сможете оказаться в, во время прямых эфиров, вы задавать вопросы к нам, ко мне задавать вопросы каждый день. И я, я с удовольствием буду на ваши вопросы отвечать. С удовольствием для меня это будет огромнейшая радость, если у вас есть вопросы. Еще раз, мир, любовь и благословение всем. Сегодня мы говорим об имени Иисуса Христа. Его имя выше всех. Его имя превыше всего его имя э, славно и красиво его имя Иисус он да в его имени мы с вами говорили что в его имени так много благословений в его имени мы имеем жизнь в его имени мы имеем будущность и надежду имя Иисуса Христа самое сильное самое лучшее самое славное имя Иисуса Христа э, оно открывает нам жизнь. И мы с вами, давайте сейчас просмотрим то, о чем мы говорили. Еще раз. Это прямой эфир. Я Максим Максим. Это прямой эфир. И мы говорим с вами уже четвертый день про имя Иисуса Христа. Вначале мы с вами говорили, что... Нам надо верить в, во имя Иисуса Христа. Нам нужно верить, потому что наша вера во имя Иисуса Христа. И мы читали Писание: а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть детьми Его и, и, и так далее. Уверовали во имя единородного, заповедь Его так, чтобы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. Веровать во имя Сына Иисуса Христа. Сие написал Я вам верующим во имя Сына. Мы верим во имя Сына Иисуса. Мы также с вами проходили, что покаяние и прощение во имени Иисуса. Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Получит прощение грехов именем Его. Мы получаем прощение грехов именем Ему. и проповедано быть Ему, проповедано быть во имя Его покаянию, прощению грехов сказано в Писании. Прощены грехи вам ради имени Его. Мы говорили, что спасение только в имени Иисуса Христа. Нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало спастись. Также мы с вами проходили проповедь. У нас идет проповедь во имя Иисуса. И проповедовал во имя Господа Иисуса Христа. И во имя Его покорять все народы. Итак, мы посланники от имени Христова. И от имени Христа просим, примиритесь с Богом. Проповедь во имя Иисуса Христа. Дальше. Уповать, мы с вами говорили, что нужно уповать на имя Иисуса Христа Матфея 21, 12, 21 сказано На имя Его будут уповать народы Жизнь во имя Иисуса Христа э, Имели жизнь во имя Его Иоанна 20:31 сказано Мы с вами это все проходили Если вы это не помните, посмотрите предыдущие серии Они уже на ютюбе лежат и вы можете там это увидеть И также мы говорили, что бесов мы будем изгонять во имя Иисуса Христа. И а, мы понимаем, что имя Иисуса Христа делает потрясающую вещь, а, Оно дает нам силу. Я в предыдущих сериях сказал, что если у тебя есть имя, я помню, когда кто-то там из знакомых сказал: Приди, скажи, что ты от Кайрата Каратыча. Я заходил говорю: здрасте! Там сидит какой-то бюрократ, я от Кайрата Каратыча. О, проходи, проходи, проходи. То есть имя Кайрата Каратыча в определенных кругах имеет силу. Имя Иисуса Христа имеет силу в духовном мире. Аминь, аминь, аминь. Имя Иисуса Христа имеет потрясающую, невероятную, могущественную силу. Имя Иисуса Христа. О слава, о слава, о слава. Я уповаю на Его имя. И когда мы говорим, что бесы подчиняются Его имени, потому что они в духовном мире. Послушайте, они в духовном мире. Они в духовном мире, и они подчиняются власти духовной. Если, скажем, в этой стране имя а, Обама или в вашей стране Путин или кто-нибудь другой, там, Меркель, это главнокомандующий или главный управляющий президент из стран, а их имя имеет власть, и если он дал тебе документ с подписью имя президента, которым говорится, что ты имеешь власть приходить и делать что-то в рамках закона, тогда у тебя есть власть. И ты можешь делать что-то в рамках закона. Они поставили свое имя. Если нам Господь дает имя, а Он нам дал имя, и в Откровении написано, что напишут на нас Его имя, на Тебе, Победитель, напишется Его имя. Имя Иисуса Христа ты будешь носителем имени Иисуса Христа. Если ты носитель имени Иисуса Христа, тогда у тебя все получится. И вот мы читали Марка 16 глава, откройте, пожалуйста, откройте. Марка 16 глава, и мы прочитаем 17 стиха. Когда Иисус уходит на небеса и говорит потрясающие слова. слова. У верующих будут сопровождать сие знамения именем моим. Первое. Будут изгонять бесов. Второе. Будут говорить новыми языками. Третье. Будут брать змей и если что смертоносный выпить, не повредит им. Другими словами, во имя Иисуса зло им не придет. И четвертое. Возложат руки на больных и они будут здоровы. Аминь. Потрясающая сила. В именем моим будут делать такие вещи. Не боятся зла. Не будут бояться зла. Именем моим Будут изгонять бесов именем моим будут говорить новыми языками и именем моим будут исцелять болезни. Мы исцеляем болезни именем Иисуса Христа. О слава, о слава, о слава! Слава Богу! Именем Иисуса Христа мы, 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 мы двигаемся, мы действуем, мы побеждаем именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа мы мы, мы творим чудеса именем Иисуса Христа. У нас есть победа, у нас есть жизнь, у нас есть будущность именем Иисуса Христа. О слава, слава, слава Богу! Слава Христу! Его имя самое сильное, самое лучшее, самое потрясающее имя. Его имя для нас это, это благословение. Хвала Христу. Драгоценные Мои, мы с вами находимся сейчас в нашей студии, я верю, что имя Иисуса Христа действует и сегодня. Давайте прочитаем. И, и, из этой студии власть в имени Иисуса Христа действует. Давайте посмотрим. Деяние 3.6. Откройте Деяние апостола, 3 главу, 6 стих. Пожалуйста, вместе со мной, там потрясающие слова. Апостол подходит к больному человеку. Он лежит и протянутой рукой просит, подай, Подай, пожалуйста, подай. Я не знаю, получится ли меня изобразить, но Петр посмотрел на него и сказал: Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Что же он имел? Петр говорит: У меня этого нету, но есть это. И после этого он говорит: Во имя Иисуса Христа. Назарея, встань и ходи. И следующий стих, пожалуйста. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И дальше. И он, вскочив, начал ходить, пошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Посмотрите, что Петр сказал. Золота и серебра у меня нет, но что имею, то даю. И дальше он то, что имел, дал во имя Иисуса Христа. Он включил имя Иисуса Христа. Он показал, у меня есть имя Иисуса Христа, у меня дана власть в имени Иисуса Христа. Вы знаете, нужно понимать такую вещь. Власть в имени Иисуса Христа, послушайте сейчас внимательно, она дается любому человеку, верующий он или неверующий. Власть дается каждому, кто хочет ее использовать. И это не обязательно, что ты праведник, ты не можешь быть нечестивцем. Но имя Иисуса действует. А некоторые евангелисты, они учат, вот если ты будешь духовным, и все там будет духовное, и такой будешь святой, и чистый, и праведный, и ты все правильно сделаешь, тогда тебе Иисус даст имя. Брехня! Это ерунда. Почему? Давайте откроем а, Матфея 7 главу. Откройте, пожалуйста, Матфея 7 глава. И, ну, будем считать чуть выше. Матфея 7 глава, там, где Иисус Христос рассказывает, это вообще нагорная проповедь, Иисус Христос рассказывает о людях, которые придут к Нему в тот день и предстанут перед Ним. Иисус не шутит, он очень серьезно рассказывает эту историю. Матфея 7 глава, и я буду читать, сейчас скажу, с какого стиха, я сейчас открою Библию. Так. Ну, включите эту камеру, пожалуйста. Да. Вот так. Я, вот, вот, я, чтобы вы видели, что я из Библии читаю. Не всякий говорящий, 21 стих, 7 глава, 21 стих, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Многие мне скажут тот день, 22 стих, Господи, Господи, не Твоего или имени мы пророчествовали. Мы пророчествовали твоим именем Твоим. Не твоим ли именем бесов изгоняли. М? Не твоим ли именем многие чудеса творили, а? Иисус, это мы использовали Твое имя. Посмотри, что они делали именем Иисуса. Они пророчествовали. Они изгоняли бесов. И они чудеса творили. Пабам! Они делали потрясающие вещи! Но! Смотри, что написано дальше. Иисус скажет, тогда, 23 стих, тогда объявлю им, отой... я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие без... Я вас не знаю, отойдите от меня, идите отсюда. Послушайте, интересная вещь. Иисус Христос говорит о том, что он, он, он придут ко мне, к нему люди, и они будут говорить, что мы именем Твоим все делали. Вопрос. Они же это получали? Они это получали. Они это имели? Имели. Они, э, они получали благословение? Получали благословение. Сто процентов они получали благословение. То есть у них все это было. У них все это было. Но, послушайте, они не, не были друзьями Иисуса. Но они использовали имя Иисуса Христа как инструмент получения сверхъестественной власти. Что мы из этого делаем вывод? Вывод такой, что а, люди, которые не знали Господа, они использовали его имя в сфере пророчества, в сфере изгнания бесов, в сфере чудес. Они использовали его имя и получали. При этом они не знали его. Сегодня я знаю многих служителей, которые используют имя Иисуса Христа многих людей, которые используют имя Иисуса Христа, но при этом они не знают Его, они изображают, что они знают Его, но они не знают Его, они они не близки с Ним, они далеки от Христа. И, а, но они используют имя, и у них есть чудеса, и многие наивные люди говорят: "О, смотри, 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 у него чудеса, смотри, как это". Он говорит: "Во имя Иисуса и все происходит". А, да, 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 постой, постой. И многие придут. Здесь вопрос не то, что это плохо, Иисус не сказал, что это плохо. Нет, Он сказал: "Ничего не просили во имя Мое, теперь просите и получите". Был случай, когда ученики, откройте Евангелие от Марка, 9 глава, давайте я открою вместе с вами, Евангелие от Марка, 9 глава, и здесь написаны такие потрясающие слова, посмотрите, какая у меня огромная Библия, Марка 9 глава, и здесь написано так, 38 стих, такие слова. При всем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. Посмотрите, у Иоанна такая, он не ходит за нами. Он не сказал, он не ходит за тобой, он за нами. То есть Иоанн считал, что бренд на имя Иисуса Христа имеют только они. Апостолы приближенные. Учитель, он не ходит за нами. Смотри, 38 стих. Он не ходит за нами, а он использует имя твоим бесов и сгоняет. Смотрите. И мы запретили ему. Не смей использовать имя Иисуса. Потому что он не ходит за нами. Для Иоанна ведь важно было, чтобы он за ним ходил. Иисус посмотрел и сказал, Иисус сказал в следующий стих, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, он использует мое имя. При этом не обязательно, что он знает. И мы видим, что Марка, он сказал, что многие придут и скажут, мы твоим именем. Использование имени Иисуса Христа дает власть. Есть люди, которые не ходили за Иисусом, которые не ходили, но использовали имя. И бесы подчинялись, они использовали имя, именем Иисуса Христа, Назарея, из Назарета, а -а -а! и тогда бесы подчиняются. Когда мы говорим о болезнях, давайте откроем Деяния 3,16, здесь опять еще одна история про исцеление. Ради веры и деяния апостолов, 3 глава, 16 стих. Ради веры во имя Его, и имя Его укрепилось Сего. Вот здесь такие слова есть. Ради веры во имя, имя Его укрепило, которым вы видите и так далее, и так далее. Посмотрите. Ради веры во имя Его, и имя Его укрепило Сего. Аллилуйя. Деяние апостолов 4.10. Открываем Деяние Апостолов 4 глава, 10 стих. посмотрите, здесь сказано так. То да будет, в, в, такие потрясающие слова, я хочу, чтобы вы читали внимательно. То будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Мазарея, которого вы распитали, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здравым, исцеленным. Там спор шел за одного человека, и апостол говорит, что вот именем, Петр говорит, которого вы распяли, его именем этот человек выздоровел. Выздоровление именем Иисуса Христа. Деяние апостолов 4 глава, теперь 30 стих. 4.30. Мы смотрим в деяниях апостолов, то есть там ученики начали использовать имя Иисуса Христа. Тогда, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление, и соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса Христа. Бог простирает руку Твою для исцеления и чудес. Знамений и чудес именем Иисуса Христа. Давайте теперь еще одну историю. Деяние апостолов 14 глава, 10 стих. Я как бы вдохновляю вас, чтобы вы увидели Деяние апостолов 14, 10 и сказал громким голосом, «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои и ходи на твои ноги прямо». И он точно встал, вскочил и стал ходить именем Иисуса Христа. Его имя генерирует силу. Его имя генерирует энергию, способную сделать движение именем, когда кто-то приходит и дает приказ именем короля Петра там, 8 или Георга 16, приказываю. Человек не может своим именем просто прийти и приказать, но если у тебя есть приказ, то тогда ты можешь сделать. Знаете, когда я пришел, преподавал на занятиях, и у нас есть кафе, и как бы кафе, но в здании находится. И вот я одному из студентов говорю, иди скажи, чтобы дали мне этот сок. И студент побежал, приходит, говорит, дайте сок. Продавец говорит, в смысле дайте сок? Купи. Он говорит, Максим сказал взять сок. И продавец говорит: точно Максим сказал, да вон он стоит, просит попить. И продавец, не задумываясь, дает сок. Пацан приходит, дает мне сок. Я говорю, сколько заплатил? Он говорит, я не платил. Я говорю, как? Ты пришел в магазин и принес мне сок и не заплатил? О, чудо! Я спросил его, что ты сделал? Я ничего, я сказал. Я говорю, что ты сказал? Максим сказал дать сок. И это сработало? Он Говорит, сработало. И вы знаете, вот в этот момент происходит очень уникальная вещь. Максим сказал дать сок. И происходит вот власть в имени. А в нашем здании мое имя имеет власть. И когда он сказал, дать сок, это значит, что так, так и есть. Значит, нужно дать. И я говорю, ты представляешь, ты использовал только имя Максима, а смог получить бесплатно сок. Что будет, если ты будешь использовать имя Иисуса Христа? получишь ли ты больше, чем сок. Люди дорогие, используйте имя Иисуса Христа. Как я говорил, что даже нечестивцы используют имя Иисуса Христа, и его имя приходит, приводит в движение. Иисус таким говорит, что вы именем моим вот это, вот это делали. Вы не войдете, я вас не знаю. Так же, точно так же, когда мы используем имя Иисуса Христа – мы получаем, но только мы друзья Иисуса Христа, и мы с Иисусом Христом вместе. Он наш настоящий друг. Драгоценный, и вы улавливаете вот мысль о чем? О чем я пытаюсь вам донести? Вот это, вот эта тонкая, нежная мысль. Имя Иисуса Христа. Мы собрались во имя Иисуса Христа. Мы Иисус сказал, что мы будем говорить позже, что если мы собираемся во имя Иисуса, то и Он будет посреди нас? Он дает условие, если собираетесь во имя Иисуса Христа. Во имя ли Иисуса Христа мы собираемся. Может быть, мы собираемся во имя болезни? Ой, у меня болячка, болячка называется, там вот такая гитра -кутра митра странс какая-нибудь болезнь. И ты говоришь, чего, чего, чего? Ой, такая болезнь. И многие собираются во имя какой-нибудь болезни. Да. Собираешься ли ты во имя Иисуса Христа? Идешь ли ты во имя Иисуса Христа на работу? Или ты идешь во имя работы? Что, что ты делаешь во имя Иисуса Христа? Когда мы молимся, во имя исцеления молимся или во имя Иисуса Христа? Молишься ли ты во имя, во имя чуда, во имя славы, во имя успеха, во имя благословений, или ты все-таки во имя Господа Иисуса Христа? Является ли наша жизнь Является ли наша жизнь именем Иисуса Христа, инспирированное, вдохновенное, направленное? Имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Имя. Болезни, бесы, духовный мир подчиняются имени Иисуса Христа. Драгоценные мои, я приглашаю вас славное царство Его имени, имени Господнего. Имя Иисуса Христа обладает невероятной силой. Управляйте, используйте имя Иисуса Христа, служите Господу именем Иисуса Христа. Расширяйте ваши шатры, пророчествуйте, возлагайте руки на больных не во имя исцеления, не во имя того, что ты будешь классный пророк, но во имя того, что имя Иисуса Христа станет превыше всего. Я все, что делаю, все делаю во имя Иисуса Христа. Служу, ухожу, молюсь, верю именем Иисуса Христа. Его имя выше всех. Его имя прекрасно и славное. Его имя велико. Его имя чудно. Имя Иисуса. Он велик. Он велик и славен. Он велик. Мы величаем Его святое имя. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные мои, откройте ваши сердца, откройте ваши жизни, откройтесь, ведь имя Иисуса Христа самое славное, самое сильное. Иисус Господь. Я сегодня буду молиться вместе с вами об исцелении. Если у вас есть какая-то болячка, болезнь или еще что-то, если у вас есть нужда, проблема, трудности, я верю, что имя Иисуса Христа соделает чудеса в вашей жизни. Сегодня во время этой молитвы будут происходить чудеса, славы, духа, помазания. Сегодня вы увидите что-то необычайно сильное и благословенное. Имя Иисуса Христа. Он велик, Он славен. Боже, благодарю Тебя за имя. Если у вас есть, ожида... вы ожидаете чудо от Господа, я тоже ожидаю чуда но во имя Иисуса Христа, чтобы Его имя прославилось. Скажи вместе со мной, Господь, я буду славить Тебя. Я буду хвалить Тебя. Я прославлю Твое имя. Во имя Иисуса Христа. Твое имя в моих устах, в моей жизни. Принесите Господу все ваши проблемы во имя Иисуса Христа. И ожидайте чуда. Во имя Иисуса Христа. Ожидайте чуда. Ожидайте чуда ожидайте чуда. Имя Иисуса, имя Иисуса, имя Иисуса выше всех, имя Иисуса превыше всего. О, слава, 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 я благословляю тебя, Господь. Мы приходим в атмосферу молитвенную, сейчас со всеми, со всеми, кто меня слышит, кто меня видит, я со всеми прихожу в молитвенную атмосферу в ожидании чуда. Сегодня мы имеем власть в имени Иисуса Христа. Мы имеем власть в имени Иисуса Христа. Я молю тебя, Господь, о сверхъестественном движении, о сверхъестественной силе. Я молю тебя, Господь, ты сказал, чтобы мы использовали твое имя. Не просили, мы до этого не просили во имя твое, а теперь можем просить и получим. Ты сказал, дабы чего вы не пропросили во имя мое, Отец дал вам. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. О, благодарю, славлю Твое святое имя. Хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе, Царь. Хвала Тебе, Бог Вседержитель. Хвала Тебе, Господин наш. Во имя Иисуса Христа во имя Иисуса Христа. Господь, я прихожу к Тебе в молитве за всех тех, кто сейчас ожидает чудес, за каждого человека, кто ожидает прикосновения. Я молю Тебя, Господь, коснись каждого человека. Коснись каждого человека. Благослови, Господь, каждого человека именем Иисуса Христа. Благослови, Господь. Да будет Твое благословение, Твоя слава, Твоя сила, Твой дух, Твое помазание. Благослови, Господь именем Иисуса Христа. Я благословляю, благословляю, благословляю. Да пребудет с тобой Господь, да явит свою силу, да откроет окна небесные, да изольет от Духа своего, да коснется во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение над тобою. Господь, я именем твоим беру власть над всякой болезнью, и я связываю всякую болезнь, возложу руку на свое больное место во имя Иисуса Христа. Положи руку на то место, где у тебя болит. У кого-то болит голова, у кого-то болит спина, у кого-то живот, у кого-то внутренние органы, у кого-то кровь, у кого-то кожа, у кого-то экзема во имя Иисуса Христа, у кого-то суставы, глаза во имя Иисуса Христа. Господь, в Твоем имени есть власть. В Твоем имени есть власть. И, Господь, я беру власть в имени Твоем, и я провозглашаю исцеление во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я просираю свои руки. Я, Господь, молю Тебя, я знаю, что Твое имя имеет власть, и я высвобождаю власть в Твоем имени, именем Иисуса Христа. Да придет исцеление, да придут чудеса именем Иисуса Христа. Да произойдет движение во имя Иисуса Христа. Господь докоснется, да, да явит свою мышцу именем Иисуса Христа. Я право сглашаю исцеление в вашем теле. В этом прямом эфире я молюсь за исцеление во имя Иисуса Христа. Я молюсь за победу в жизненных ситуациях. Я молюсь за победу в вашем теле, победу здоровья, победу именем Иисуса Христа полное выздоровление, восстановление именем Иисуса Христа. Всякую болячку, всякую болезнь, которая присутствует в теле, которая доставляет массу неудобств именем Иисуса Христа, я прибыл и провозглашаю, провозглашаю именем Иисуса Христа исцеление. Будь исцелен именем Иисуса Христа. Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа через этот эфир я утверждаю во имя Иисуса здоровье, сила, исцеление. Господь, коснусь каждого именем Иисуса Христа. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Ранами твоими мы исцелены. Ранами твоими мы исцелены во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Я молюсь за каждого человека, за семьи, которые еще не познали. Молюсь за те семьи, которые не познали вечной жизни Царства Божьего. Молюсь за сестру Ларису, во имя Иисуса Христа, молюсь за сестру Юлю, молюсь за тех, которые сейчас там пишут мне в чате, во имя Иисуса Христа. Я благословляю Господь. Во имя Иисуса, молюсь за Яну, молюсь за славу, молюсь за Марину, во имя Иисуса Христа, молюсь за всех, кто там пишет, За Лару во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю благословение вашей жизни, именем Иисуса Христа. И все сказали во имя. Иисуса Христа. Аминь. Да святится имя Твое. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные, я вас благословляю. Я говорю благословение над вами. Да явит Господь силу, мышцу, да откроет, откроет окна небесные, да и зальет на вас во имя Иисуса Христа. Его имя превыше всего. Славьте Его имя, Он достоин хвалы. Мой эфир подходит к самому концу. Я хочу сказать вам спасибо за ваше участие, за вашу поддержку. Спасибо за то, что вы помогаете нам продолжать эфир. Ваши десятины и приношения помогают мне расширять Евангелие. Вместе мы сила. Мы, Дом Веры, это наша интернет-община. И Писание говорит, принесите все десятины, чтобы в доме моем, а у нас Дом Веры, Дом Божий, чтобы в доме моем была пища. Поэтому я ободряю всех вас, принесите свои десятины, приношения и участвуйте в Божьем деле. Пусть Бог благословит вас. Благодарю Бога за партнеров, за участников. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Спасибо за вашу, за вашу щедрость, за вашу открытость. Если вы хотите поддержать, пройдите на сайт cnl.tv и вы можете там заполнить информацию и прямо сейчас сделать ваше приношение. Пускай Бог благословит вас. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Ну что ж, встретимся завтра. Хранит вас Господь. Смотрите мои передачи на YouTube. Вместе мы сила. Вместе мы распространяем Евангелие Иисуса Христа. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим СНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.